Я последний окоп копаюсь, друзья, в доме. Я там, кстати, половину проходов позакрывал окопы. Надеюсь, как севера, восток. Это я им послал туда. Скучно не было. Это кто сейчас на него? А это они. Тутус, ты жив? Да. Ты что, в ту сторону поехал? Сейчас только что выстрел. Нет, это, разворачивался. Юго-восток, короче, я-то сижу, как окопы копаю, мне прилет. Они с юго-востока прут? Да-да-да, куда приехали? Приехали вдоль трубопровода, смотри, да. Жалко окопы поднимать вверх-вниз нельзя, я бы повыше построил. Если что, под хаммерами можно прятаться, отстреливать. А, плохо это закончится, когда хаммер закрыт. У них тоже эмки? Или как? Коши. Сейчас возьмет туман, рассеется такой. Да, я тут ползаю в окопа. Я думаю, граната первая полетит. Пойду на железные вышки, себе окоп под... Нет, ты не сможешь, не сможешь. Там нужно именно на земле. На вышку можно наверх залезть, влево. Да. Да, бегом. Ну-ка, аккуратнее не свались. Да, и когда тестировал, я упал, парни, у меня все сломано было. Можете прикрыть, пожалуйста, я сейчас последний окоп лепил. Леплю. Здесь не убьют. Блин. Не, Паша, боты можно было не закрывать. Боты их стимулируют, типа, убивать больше статистик. Я боюсь, что нас обходят. Ну вот, поднялся, я вышел из тебя. А, лопата у меня кончилась, вообще окопы подним. Еще раз. Ты не можешь на вышке. Ну, скажешь, Бузон, она не может кончиться. Она вдоль трубы на вышке не копает. Закан под. Под каким ты? Тут много камней. Да, вот это. Вот они. Ложись! Возле хаммера назад через пить. Ну, ботов ранили гранаты, кстати. По лесу самый верх, я вверх, я вышел. Что за гробку надо могилу какую-то накопать? А, это которая с двух сторон, что ли? Это мать. Откуда? Вот точно так же, как и вы нас, когда меня и Гонза убили. Ни вспышек, ничего не видно, херак померли, да. Чего там на ветке такого копали? А? На респе окопы какие-то копали, к хамбику, вендроверу колеса сломали. Я не знаю, кто это сделал, сломал. Меня вместе с Гонзо в этом хамбике убил. А, вы перезаходили? Угу. Да. Мы сидели на фристайме, кто-то сделал окопы, подруг машинку распидорасило, и мы сдохли. Понятно. А я думал, лопаты помогут. Там Детус и Антон, что? Я думал, ты же когда начал проверять. А, с Донник еще? Да, минус. Нет, из-за обороны. А, Детус, да, Антон. Не, ну это было гениально, как бы в пранке лечь. Бывало. Да ладно, нормально. Дыма бы закидали? Там гранаты кому прилетели, нет? Не. Не знаю, меня сбоку откуда-то. По-моему, с Донник убивали кто. Я никого не оттуда кидал. Здесь тактика захода получается. В видео немножко эти укрепления, кидаешь дымы туда, вперед. Задымляешь их, ходишь. А так и выныривать из тумана, это самоубийство, по-моему. Хотя можно вокруг камней напихать всяких.
Лусики там камни побольше. Так, а злоник ползет. Сколько, я не знаю, там минут. Кочегара убили. Нету. А, блин, глубоцер. Блин, хоть бы КПС кидал. Наверху, блин, его даже не видно там. Я смотрел прям с упора. Ладно, да тут я видел, вот кого я видел. Да злоник тебя не видел. Другая тактика, можно в машине лететь. Ну чё, руби кто-то. А, пацан. Вы пишите, чтоб... Не очень так. Да, опоздан. На забалансит. Та оборона с бронежилетами? Да, с бронежилетами. Кайфово. И... Хоть бы ГПшки, говорю, дали. Или дали машинку с полтинкой. Угу. А тут толку от машинки никакой. Ну я с полтинкой бы так пополивал из тумана. Это все. Так не видишь же ничего. А когда подъедешь на расстояние видимости, то тебя просто снимут. Но это не броники, это разгрузка. Нет, там-то броник у американцев. Нет, это просто разгрузка. Ну что, он опоздан робот, нет, что-то он по лестнице слазит. Ну да, все. Так, напишите. Сейчас пишу. У кого он есть, у меня его нету. Напишу, пишу. Ну как Steam забит-то? Чё, как Steam? Steam, как опоздан забит? Опоздан. Да? Опоздан. Логично, в принципе. Он не в сети. Нормально. А нет, в сети. Я написал. Он не отреагировал. Я только написал. Но он воюет дальше. Увидел. Уже все ему походу написали. Нет, он, такой... он лутается, ему пофиг. Смотри, еще и эти. И каски у вас. Ну, миссия 35 минут. Мы подождем. Конечно. А, все, 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 стоит. Вот он был ботов просто закрыть, она бы сама рубанулась. Все. А я кого-нибудь убил вообще? Нет. Нет. Просто минус 3.